рамках спартакиады «Динамо ЕАО» на стадионе «Дружба» прошли соревнования по легкой атлетике среди команд правоохранительных структур автономии. В состязаниях приняли участие сотрудники региональных УМВД, УФСБ, пограничного управления, Росгвардии, Биробиджанской таможни, МЧС и УФСИН. Спортсменам в погонах предстояло показать свою спортивную подготовку в 6 дисциплинах. Бег на 3000, 1400 и 100 метров у мужчин и 100 метров у женщин. В ходе упорной и честной борьбы в дисциплине на 1000 метров лучшее время показал сотрудник МОМВД России Биробиджанский Игорь Барбашов. В дисциплине на 1000 метров лучше всех пробежал сотрудник полиции Геннадий Михайлицкий. 100-метровку за считанные секунды преодолела сотрудница ОМВД Александра Байчурина. В этой дисциплине среди женщин она была лучшей. Победу в соревнованиях решала эстафета. Упорная борьба за призовое место разыгралась среди команд пограничников и полицейских. Благодаря набранным баллам в эстафете победу одержали стражи порядка. Уровень спортивного мастерства каждого участника, который сегодня заявился, он, в принципе, вырос. Потому что сегодня как бы принимали участие у нас и ребята, которые имеют звание мастер спорта по легкой атлетике. Ну и на определенных дистанциях, на 400 метров, то есть наблюдается улучшение результата. По итогам соревнований по легкой атлетике первое место завоевала команда сотрудников областного управления МВД. Второе место заняла команда сотрудников пограничной службы, третье – УФСБ России по ЕАО. Следующий вид соревнований в рамках спартакиады «Динамо ЕАО» пройдут в октябре.